Всем привет! Вы на канале Ники Стар. И сегодня мы проходим Тауэр Хилл в настоящей жизни. В участии видео сегодня Никита и Карина. Всем привет! Итак, первый уровень. В первом уровне у нас лестница. Надо перепрыгивать через одну ступеньку. И так, потому что можно либо упасть, либо попасть на лазер. Итак, игроки готовы? Да! На старт! Внимание! Пошли! Через один. Итак, мы видим Никиту. Никита прошел, Карина. Теперь тоже через один лог. Теперь тоже через один лог, только вот этот лазер. Никита, ты сдох. Иди, возвращайся обратно. Карина. Есть. Карина, ты сдохла. Никита проходит лестницу и сейчас пойдет еще раз. Где лазер, скажи? Вот посередине. Ребята, опля. Опля. Хорошо, проходим. Ну, ребята. Карина. Так, сейчас Карина пройдет, и я расскажу вам про третий уровень. Третий уровень вот такой, называется синяя площадка. Через блок. Карина. Теперь через блок. Боком. И последний. И иди на финиш. Вот. Четвертый уровень надо прыгать через три блока. Ну все, ребят. Никита, ты сдох. Да. Ты сдох. Все. Карина прошла Tower of Hell. Ну и Никита, можно сказать, тоже. Всем спасибо за просмотр и всем пока!